Эй, hey, привет, с тобой Врумыч, и в этом видео мы продолжаем наш кач мистика с нулевого левела полностью без доната на сервере Comeback PvE. Это наш 10-й уже юбилейный выпуск. Спасибо вам большое за поддержку. Если вы вдруг не подписаны, кстати, на канал, да, и хотите больше роликов видеть по Perfect World, то подписывайтесь на канал, также с вас лайки, да, вот. Но я решил в начале с этого начать. В общем, есть такие две мини-новости. Первое, я попытался убить в соло тумана. Мне дали квест на тумана, который двухчасовой. Я пошел, соответственно, по стандарту, короче, собирать все квесты. Собрал все квесты, появился квест на тумана двухчасовой. И вот я сейчас иду, пытаюсь в мир кричать, чтобы мне кто-то помог. Но мир летит так быстро, что можно что угодно написать, и никто даже не заметит, возможно. И тут я пытаюсь бить этого тумана в соло, пытался его вытянуть. Очень сложно выходит, потому что очень много мобов на меня постоянно агрились, которые мне сбивают каст. Это раз, потом уменьшают у меня каст. Этот туман такой противный просто. Но, в принципе, я бы мог его убить, но в какой-то момент у меня просто закончилась хира. Вот я его, кстати, подтянул к двери. Он дальник. В принципе, его можно танчить мистиком дальник. Конечно, если ты в упор к нему подойдешь, он тебя просто щелкнет физо и все как бы. А дальником еще танчить более-менее, конечно, как-то получается. Но, слава богу, с какого-то раза я уже психанул, хотел сдаться. Покричал еще в мир, и спасибо Стражке Т-50, просто огромнейшая, за помощь в убийстве туманного духа. Прям вообще просто нереально. Ну, ПВ социальная игра, поэтому здесь, конечно, без таких вот историй в плане помощи и так далее никуда. Иногда, конечно, приходит. Конечно, хочется все в соло. Все хочется в соло. Но я бы мог, по идее, подкачаться, убить. Но в любом случае, какие-то там знаки, там те же 89-й, 99-й, да, 59-й тоже. Я думаю, это же нужно будет идти. Еще из новостей. Сделал себе заступницу. Сделал себе, ну, который, в принципе, не юзал. Сделал себе два цветка. Это на хил цветок и по-моему, на слип. Или не на слип. Или на привязку, или что-то еще. Я даже вот особо в этих цветах не разобрался. Но, кстати, цветы начал юзать уже намного активнее. Особенно в большом скоплении мобов. То есть мы можем кидать два цветка. Я кидаю цветок на уменьшение физзащиты, там, уменьшение скорости атаки и так далее. И проклятый шип кидаю просто, чтобы урон дамажил. И так-то по кайфу. Тут я жду, кстати, пока у меня заступница закончится. А она, оказывается, можно было идти дальше. И она бы просто зачлась бы, и я бы мог ее выучить. И, в общем, по поводу второй новости. Я психанул. Я такой подумал. Блин, на сервере есть офлайн-коты. А, так, вот, новость еще, да. То, что играть я буду все-таки по одному часу. Каждый день просто. Чтобы два часа не записывать. И буду там раза три в неделю. Если вы, конечно, будете активно лайки ставить, да, этим видео. И если вам это нравится, рубрика. Если не нравится, то ставьте дизлайк, да, тоже как бы не проблема. Вот. Я решил, что все-таки, да, вот по часу буду каждый день записывать. И раз есть у нас офлайн-коты, значит, мы будем этих офлайн-котов использовать по максимуму. Я буду играть так, как я играл реально бы сам. То есть мы будем немного включать мистик в торговлю. Еще, кстати, я забыл сказать, да, мне под на стриме на Синовском подогнали. Я стримлю, да, еще каждый день почти. Вот, подогнали мне минус трепения низ. Просто спасибо огромное на мистика. Вот, на 25 уровень, нижняя биржа. Она не особо как бы роляет, но чисто флекс, я бы так сказал. И она еще плюс 2 заточена, но, наверное, я точить на плюс 3 не буду. Это будет имбалансно. Будем деньги поднимать с нуля, так как мы можем. Потому что для меня, вот, экономика в ПВ, для меня это вот притягательная такая вещь. Вот у меня есть цель. Вот я хочу сейчас начну бабки потихоньку копить, потому что мне сказали, что вот 43-й диск, который хороший прям, он стоит 2,5 ляма, а у меня как бы 2 ляма только даже, там, лям 900, лям 800. Я такой подумал, ну все, значит, надо бабки мутить. Надо мутить бабки, потому что если мне сейчас не хватает, то как бы я задания, правда, не получаю. Ну ладно, без заданий. Мне нравится экономическая часть этой игры, поэтому я пошел копать ресы, как вы видите, вот тут пытаюсь что-то вспомнить из башки. Можно, конечно, смотреть по картам, где копать ресы, но я вспоминал из башки. Побегал, покопал стали, выкопал штучек 20, наверное, 25. Воткнул кота, и в итоге теперь каждая игра у меня часовая будет. Я зашел, поиграл, там деньги куда-то вкинул. Будем, короче, начинать копить деньги, потому что мистик это не фармящий особо класс. Поэтому нужно как раз-таки выкручиваться благодаря экономике.
В общем, поставим сейчас кота. Посмотрим. Будем пробовать разные варианты заработка. Чонпоны, все дела. Вот как-то так. Еще, кстати, на телеграм-канал тоже подписываемся. И ждем следующего выпуска. Всем пока-пока-пока.